Друзья, приветствую! Алексей из города Лесной прислал образцы масла Total Quartz Aineo ECS 530. Вот описание. Описание автомобиля, условия эксплуатации, пометочки дополнительные. Так. Две баночки, естественно свежая отработка. Сейчас распакую, подпишу и создам эталон. Так, болванка у меня уже готова для эталона. Сейчас обновлю на ней спектр данной жидкостью, потом подкорректирую значение. Ну и можно будет, самое главное, проверить результаты отработки. У масла допуск C2 и Peugeot Citroën. Так, вот такая спектрограмма. Видно, что есть стеры здесь. Сейчас я увеличу, попробую оценить на глаз их количество. А, примерно 0,14-0,15. А, ну, ну да, десятых. Это около 3% по моим оценкам. Так, далее выбираю подкорректировать, выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, какие значения намерил прибор. Так, вот масло. Это параметры, по которым анализируются лимиты. И смотрите, значит, по противоизносным присадкам 89% относительно болванки. Да, чуть ниже, чем в кастроле 0,30%. Я выставляю, принимаю этот уровень за 100%. Далее гликоль подкорректирую. Ну и вот смотрите, что прибор намерил значит, по э, кислотному 1,85. Ну, здесь, учитывая, я уже заметил, что если эстеров больше 2%, то уже дает, ну, погрешность, уже занижается немного щелочное и завышается кислотное. Поэтому здесь я добавлю, ну, так подумал, значит, 60 процентов ну, 6 выставляю тем более посмотрел там анализ на одном ресурсе ну возможно возможно так ну и немного понижу конечно кислотная на 155 а так в общем то особо корректировать нечего да вот видите нитрование 10 9 я его потом тоже подкорректирую но Начальное оно достаточно высокое. Это тоже может говорить вот именно о составе, что-то в составе такое. Так, все, можно проверять отработку. Это у нас Citroёn Jumper 2013 года, 2.2 дизель Puma, серия Puma двигателей 131 сила, 6.2 объем картера масляного, масляной системы. Пробег автомобиля 203 тысячи километров, пробег на масле 10 200 километров, что составляет 201 моточас ЕГР отключен. И обратите внимание, это не ошибка, 3 км в час средняя скорость. Сейчас поясню. Так, противоизносных присадок 87%, 1,1 гликоля. Значит, нитрование здесь, в общем-то, окисление в норме. Очень низкий уровень, значит, смотрите, сажи 4, всего 4 сотых процента. подозрительно низкий для дизеля бензин так кислотное 1,97 и 5,2 щелочное. Очень низко, ну мало воды тоже. Видно, что это в основном трассовый пробег. В общем-то, масло минимально деградировало, я бы сказал. Ну, не минимально, но очень низкой степени окисления и кислотное всего там на пол, пол единицы выросла. И на 0,8 щелочное упало. Интересно. А сажа вообще загадочная. Так. Сейчас покажу сравнение вязкости. Помните, да, что EGR отключен. Часто это приводит к некоторому загущению. Повышает температуру в камере сгорания. Давайте посмотрим. Ну да, здесь классика. По маслу можно, даже если бы Алексей не написал про ИГР, можно было предположить по, <laughs> по линейке, что ЕГР отключен. Посмотрите, с ничего не стало. Единственное, что вот повлияло отключенный ЕГР. То есть небольшое есть загущение, температура повышенная в камере. Не забывайте отметить видео, подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, если хотите получать уведомления. Сейчас покажу вам прогноз по ресурсу. И расскажу про среднюю скорость. Так, прогноз вот такой получился по моющим нейтрализующим свойствам больше 700 моточасов. Ну, коммерческая техника, видимо, настройки мотора такие, что холодный он достаточно. И масло имеет большой ресурс. Здесь э, сокращает его э, нитрование 524 часа. Ну, это часто в районе 500 фильтра воздушные, например, работает. Ну и по вязкости тоже, видите, никаких проблем. Да, со средней скоростью. Я подумал сначала э, в описании, что Алексей ошибся, уточнил у него. Но он мне даже видео прислал, что реально скорость 3-4 км в час средняя. То есть алгоритм у, э, у Peugeot какой-то э, свой. Значит, э, Алексей пишет, что 90% пробега у него трасса, но много, значит, э, стоянок ночевок я так понимаю на холостом ходу вот и поэтому автомобиль считает среднюю скорость по работе вообще двигателя хотя если пересчитывать моточасы на пробег то получается там больше 50 средняя скорость вот значит считает именно суммарно время работы двигателя здесь много и посмотрите, возможно, это показатель того, что вот э, как бы э, такси лучше переносят перекаты, ну увеличенные интервалы, то что долго работает двигатель на холостых, то есть холостые обороты, ну, не так сильно нагружают масло, как движение там по той же трассе, ну вот такие результаты масло интересно себя проявила на мой взгляд ну, здесь и в первую очередь заслуг конечно мотора пишите что думаете про это благодарю алексея за предоставленные образцы за поддержку канала всем кто посмотрел данное видео моя благодарность за это берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока!